Российский президент опробовал снайперскую винтовку СВЧ-308. Продукция известного военно-промышленного концерна была представлена в парке «Патриот», расположенном в Подмосковье. Владимир Путин охотно позирует в образе мача. И таких образов много. Это опытный наездник, укротитель тигров, хоккеист и аквалангист, а также искатель подводных сокровищ и орнитолог, изучающий повадки редкого вида стерхов с высоты птичьего полета. В России Путин остается, с одной стороны, самым популярным политиком, а с другой – его эскапады зачастую взрывают социальные сети, плодя сатирические мемы и насмешки.